8 лет жители Луганской и Донецкой республик живут в страхе под гулом взрывов. Сегодня же вооруженные силы России обеспечивают мир в признанных республиках. Без вмешательства нашей страны сотни тысяч жителей Донбасса могли бы стать жертвами преступлений Запада и США. Стоит отметить, по данным ВЦИОМ, большинство россиян одобрили подписание договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и республиками Донбасса. В поддержку решения президента Владимира Путина высказались и жители Калмыкии. Все правильно, то есть, как бы это, то, что вот так люди там помогают нашему тоже народу, как говорится. Ну, не оставляя в стороне, конечно, поддерживаю. То, что вот это то правильно дело делает, то, что не оставляет народ в тяжелой ситуации. Ну, вы знаете, я сам бывший военный. И видел, как говорится, кое-что. Я считаю, что президент поступил правильно. Нельзя издеваться над людьми так, тем более над своими соотечественниками. Я целиком и полностью поддерживаю. Мое мнение то, что операция, то, что она проводится, она главное, чтобы было в мирном русле, первое. И второе, что финансово, чтобы она была хороша, то есть положительно повлияла как на Россию, так и на Украину. Чтобы в конце концов был там мир и у нас был мир.